В истории с преступником с мачете на улице Кирова героизм проявили также сотрудники Люберецкого районного отдела судебных приставов. Непосредственное участие в задержании мужчины приняли заместитель старшего судебного пристава Марат Кулиев и старший смены по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сергей Кувалдин. Услышав крики о помощи, силовики выбежали на улицу и предприняли необходимые действия, чтобы обезвредить преступника. Особые наши знаки городского округа, знак «Благодарю». В этот раз вручаю от себя, могу сказать, огромное спасибо, благодарность и не только от себя, от всех жителей городского округа за то, что вы оперативно отреагировали на такие, мягко говоря, незаконные действия преступника, который пытался убить несколько наших граждан. И реакция была моментальная, когда люди обратились, вы вышли, применили профессионально свое табельное оружие, тем самым не допустили такого серьезного правонарушения.